Это Nissan Murano 2006 года. Вот он, какой красавец. Кожаный салон. Но мы снимаем с него его вариатор, его слабое место. Как официала. Как официала через верх. Вот он. Рыба моей мечты. Сняли мы, короче говоря, плохо видно. А это стружка. Восстановлению не подлежит. Да, сняли мы здесь весь перед вместе с планкой и телевизором и радиаторами. Один радиатор вот он у нас лежит наверху. Вот. А коробку мы снимаем через верх из-за того, что мы нищеброды и у нас нет станка, вернее подъемника. Вот. И поэтому мы коробку снимаем таким вот образом. Видео аналогов этого нет в интернете. Мы первые. Да, поэтому вот вам все. Как настоящие пацаны. Через верх. Русские пацаны. Да. Через низ ее снять невозможно, потому что рама. Это вместе с рамой снимать. Нет, возможно, только нужен подъемник. Да. А через верх, вот, пожалуйста. Вот она вся. Ставить мы еще не знаем, как будем, конечно. Может, не будем. Да. Снизу-то сними. Вот. Ну там слабо видно. Приспособу нашу покажи. А, который мы поднимаем. Да. Главное бы хозяин это видео не видел. Но здесь все правда чинно. Ничего никому не повредили. Это труба. Мы его выставим после того, как сдадим машину. Это упор, чтобы стекло не уперлось, эта труба. Вот, упор-то покажи. На цепь. Вот упор. Приварили тут трубу. Ой, уголок какой-то в трубе. И вот цепи держим двигатель. А я подъемник. Но. С трудом, со скрипом, со свистом, с пердежом, но вышло. Вот. Так пока что еще. Не вышло. Но. Так что сейчас так будем. Супер подставку, стульчик школьный. Да. Советский такой вариант. Непобедимый. Вот так вот цепь мы перебрасываем потихонечку и в нашем супер. У нас есть, конечно, вот она, лебедочка. Вот она, но вот она, вот она, пошла, пошла. Решили так, мы так снимать. Вот она, рыба моей мечты, вот она. Мы официалы. Официалы только через верх снимали, ты мы. Да, ну ты давай снимать, кончай, мне тяжело. Ну ладно. Так, ну вот, наконец-то. Сняли мы видео. Ой, видео. Сняли мы коробку. Nissan Murano 2006 года выпуска. Гидротрансформатор я уже откинул. Да, гидро. Это вот стружка, это с трубы просто краска. Не переживайте там, кто желает написать. Не для себя делали. Ясно дело, не для себя. Для себя бы я вообще эту машину не купил. Супер-мупер. Ну, людям надо ездить на таких машинах, а нам нужно заработать денег. Поэтому мы вот сошлись. Ну, все.